2015 в католическом календаре станет годом духовного обновления. Об этом сегодня рассказал митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Архиепископ отметил, что это время продолжение подготовки к столетнему юбилею фатимских явлений Девы Марии в Португалии, признанных чудом. Кроме того, верующие уже готовятся к паломничеству на Святую Землю в сентябре. Там же освятят табличку с гимном Девы Марии «Магнификат». А в ноябре Минск примет особую конференцию, участие в которой может принять высокий гость из Ватикана. Ну а в эти дни католики Беларуси готовятся к главному празднику – Рождеству Христову. Уже завтра на «Беларусь-1» праздничная служба из архикафедрального костела в прямом эфире ровно в 21:45.